Да, это ты, Драгон, был, я бочку Почему наполнял. я? Это ты был. Это ты. Это ты, я вообще тоже занят выполнял. Дурак, а. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Dark Dragon, Lockdog, Сямка, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Абобус. Сегодня у нас очень классный гейммод Among Us. Кто-то из нас один убийца, а все должны остальные выяснить, кто же убийца. Поехали. Так. Серега, размышляем. Ты убийца, да, например? Да, представь, я убийца, я вонючий убийца. На самом а чё вонючий, может, ты покупался? Нет, я из космоса прилетел. О, света рубанули, иначе кого-то убьют. Ё-моё, быстро, свет. Наверняка кто-нибудь крыс. Знаете чё, я не хочу один идти умирать. Ребята, представляете? Вот так вот бывает в жизни. О, кто-то нашел мой труп. Уже можно говорить. Где он был? В этом хранилище. Я это увидел. Я вот с генераторной бежал, ну вот, бежал восстанавливать электричество. Серега там был. Я бежал с командного центра. А кто-то рядом с ним, с трупом был? Я не видел трупа. Я подбежал туда и увидел Семку как раз таки с трупом, и он зарепортил. Так. Я ему не убивал, я выполнял задание. Я думаю, это Локдог. Я думаю, это Семка. Я Локдог. Но вы делаете ложные выводы. Прощай, Семка. Прощай, Локдог. Дим. Аривидерчи. Темка улетел. Серега все-таки переубедил всех. Молодец, Сережечка. Ну что ж, если вы выкинули невиновного, я угорну. Они выкинули невиновного. Серега! Я говорю, это Локдог. Да что ты наделал? Не, я знаю, кто это. Это Драгон. Это Локдог, скорее всего. Это Локдог. Да. Я не собираюсь меня... Серега, ты был убийцей? Боже, какой ты молодец. Засранец. Молодец, Сережка. Видите, как надо играть за настоящего убийцу в режим Among Us? Именно сделать такое невиновное лицо и прям подозревать всех. Молодец, Серега, поехали. Дубль 2. Надеюсь, сейчас будет так же самое интересное и прикольно. Ну, Серега, надо было мне не убивать. Раунд 2. Fight. Ну ты попался мне под руку, Дима. Ну блин, ты негодяй. Ну, кстати, можно было догадаться. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень интересное, которое даже заходит в тренды. Так, что у вас тут вообще такое происходит? Все на карточки пришли выполнять. Ну да, кто-то из нас уже, видите, убийца. Так, давайте лучше держаться все вместе, я манал. Не-не-не, мне так спокойнее. Понятно. Это вообще легкое задание. Долбаная карточка. Ты выполнил. Нет. Мне сейчас Саймона надо выполнять в реакторе. Это самое долгое задание. Ё-моё, что-то Сёмка меня пугает. Может, 5 раз? Да. Да. Спасибо. Благодарю. Так. Дима? Не понял. Дима? А чё ты выходил с генератора? Я не выходил оттуда. Ты мне врёшь, да? Ура! Да ты голимый! Меня Дима первым черканул. Ребята, а это, короче, мы показали, как не надо играть, когда вы играете за убийцу. Это неудивительно, каждый в игре я первый. Один пытается впереди нас. У меня есть оно. Ты че дерешься? Нагаз ты. Рук нету, зато ноги. Не знаю.
Опа. Какашка свет вырубила. Так, ничего не видно. О, вижу. Молодцы. Лима, значит, точно не предатель. Предатель же свет вырубается, типа. Да? Это Серега, видите, значит. Это... Серега убийца. Он все видел. Я квест выполняю. Какой я убийца? Я за тобой слежу. Следи. Так, Димас, по-любому. Если ты следишь за мной, то ты бы уже давно понятно. Был бы мёртв. Кто из нас умрет? Кислород! Я или ты? Кислород, ребят! Серега, нажимаем кнопки, быстрее! Да не получится, пока не починит никто это делает, это так будет. Бежим, быстрее! Чё-то я Серёжа не вижу. Я с одной стороны уже активировал, давайте, чё вы делаете? Семка убийца! Я видел, как он убил! Я видел это тоже. Ты Сема так убийца. Тупо это сделал, ты самый тупо убийца, которого видел на планете. Я снова не узнал, какой обладус. Тима, ты по камерам палил, да? Нет, я сзади него стоял. Я стоял сзади него, и он взял его убил. Он стоял, увидел меня. Пока, Сема. Давайте, голосуй. Ты хороший был убийца. Ну не до конца. Я не знал, какую кнопку нажимать, чтобы убивать. Ой, да ладно, не ври, там написано все. Это моя вина, все. Да ладно, не умею. Просто ты не раньше не играл, да, никогда в этот режим? Нет, на стриме я играл с тобой, но предатель мне никогда не попадался. Ну все, видишь, теперь ты не будешь никогда предателем. Ура, я не первый сдох. Ну что? Еще одна каточка. Очень мне понравилось. Это как в карты. Просто надо более интереснее уметь играть. Серега профессиональный убийца. Видите, как всех обдурил? No. Сделай типа жертву себя. Так, Локдок убийца. Я сразу вижу. Локдок убийца. Я сразу заметил, как он ходит. Нет, Дарк Драгон убийца. Он бы делал задание, а так он стоит, смотрит. Дарк Драгон. Что? Ты же убийца. Почему я? Ну, ты все задания делали, а ты стоял, смотрел. Ну, я тоже делал. Как ты их делал на расстоянии? Ну, манал я с тобой ходить, ты меня сейчас убьешь. Ой, ё-моё, тут Дима стоит. Серега, это ты убийца. Я тут задание делаю. Да, я вижу. Ты, кстати, очень быстро делал задание, чтоб не палиться. А там мне надо ждать минуту. Там вы это задание сделали? Образец. Я понял. Меня Дима пугает, сейчас меня возьмет и убьет эту какашку. Нет, я никогда не... Ты сейчас свет выключишь, если это произойдет, ты убийца. Навесело. Задание выполняю. Да, я вижу по твоему лицу. Листья убираю. Я сейчас заплачу. Видишь? Свет выключили, видишь? Так не я это сделал. Ага. Серега, а чё ты стоишь? Я не вижу тебя. Ну и слава богу, ты меня уже убил. Я пойду точнее свет оставлю. Как? А я иду уже свет чинить. Ну иди. Может, собрание проведем? Если меня убьют, то это Димас импостер компостер. Да с чего ты взял, что я убийца? Я бы уже всех замочил. Да. Я ж сразу с самого начала сказал, что Локдок убийца, а потом передумал. Ну да, это он был. Мне опять вначале убили первую. Да? Ну ладно, еще раз, последний раз, потому что мне очень понравилось. То было точно уверено, что вы не умеете играть в эту игру, как а я. А ты че? Я импостер. Сейчас будет Дима импостером. Не буду я. Семка. Точнее, Дарк Драгон. Почему я? Не, мне не дали. Потому что в порядку идет, мне кажется. Так, Локдок не убийца.
Локток не убийца, по идее, но стоит, готовится всех убить. Вот смотри, вот видишь? А, не, фух, я испугался, что меня уже замочили. Осторожно, ребята, очень осторожно. Контролируем все, все действия. Так, он делает вроде бы... О! Да. Ага, если тут труп, значит, Серега убийца. Угу, труп. Я пойду электричество восстанавливать. Что, нажимать голосование, да. Серега? Ну, у меня под наблюдением был Дима, Локдог. Хорошо, давай дальше чекать. Только... О, дверь закрыл, я вижу. У меня подозрение, что это Драгон. Да? Мы с сумкой застряли. Дима, нас заперли, мы дверь открыть не можем. Мы сейчас откроемся. Видишь? Двери закрылись. Короче, так. я сейчас проверю это по камерам. Если найду трупы. Так. Дима, нас уже трое, а не четверо. Все нормально. Да, трое. Уже одного убили, что ли? Да, походу одного убили, Дим. Идем смотреть. Я сейчас нажму на красную кнопку. Да. А зачем? А потому что убили одного из наших. Если это Локдог умер, то это Драгон. Почему? А, никто не умер? А я думаю, как ты там посмотрел, ничего не понял. Меня обвиняйте здесь, что я предатель. Я же ничего не сделал такого. Нет, я вижу там по карте. Короче, я заголосую за Драгона. Это он. Я за Тиму. Меня просто не надо Драгона. Нет фонаря. Подозрение у меня, что ты. Это ты, я тебе говорю 100%. Я чувствую это все. Вот, ну извини. Так, значит, что мы делаем дальше? Жмем еще раз до кнопку и опять голосуем за другого. Другого давайте. Да не, надо задание выполнять. Хорошо, делаем задание. Че за мной ходишь? Отлично. Так, у меня тут задания нету, кстати. Нет задания. Кстати, Серега убийца, Серега убийца! Серега убийца, говорю сразу, пока меня не убил. Я бы тебя уже давно убил, Дима. Да? Блин, мне показалось, что ты меня хочешь убить. Эй, листочек, лети. Осталось образец только сделать и все. И все, да, задания выполнены все. Убийцей. Да. Классно ты играешь роль. Молодец, Сережка, это ж ты. Ну, Драгон, блин, меня пугает. Вот. Давай будем за ним следить. Черномазый этот. Костюм грязный. Минуту ждать. Так, Серега, ты меня хочешь убить? Я чувствую, ты меня хочешь убить. Я пойду на мостик, проверю это, кто жив, а кто мертв. А мне вопрос, почему все по парам бегают? Ну все боятся. Суд. Драгон, ты спалился. Почему? Я с Сёмой бегаю. Я один. Так. Локдог один бегает, вот теперь мы втроем. Раз, два. Вот от меня. Ну я только, смотри, я вот в управлении, вот, четверых вижу, а где еще? Ну значит это, тот убийца, вот. не отображается. Не отображается. Это Сёма, он убил передо мной, он первый убил. Сёма, ты опять за втыкейшн? Он передо мной только что убил. Да. Он передо мной дурак убил. Дима, мне кажется, это Драгон. Если это не Драгон, если это не Драгон, то это Сёма. Ну я сначала этого выкинем, а потом того, да? Короче, я за Сёму голос. Да, Сёма, ты дурак перед собой. Драгона. Передо мной бил. Да, это ты, Драгон, был. Я бочку. Почему я? Это ты был. Это ты. Это ты, я вообще тоже за это выполнял. Это прикол. Знаешь, как дети ссорятся? Да. Когда мне писюн. Я буду на Луквифе в виде призрака летать. А, я не успел даже нажать, Драга, нифига Сёма. Себе. Это Драгон. За Сёму голосуем. Драга. Дима. Да, я за Сёму. Я думаю, это Драгон. Не-не, это мне Сёмка. Не-не-не. Мне кажется, Драгон. Драгон не может так отыграть роль свою. Если он бы так отыграл роль, я бы ему медаль бы дал. Но это Сёмка. Это Драгон. Блин, Дима. Дима, если ты Драгон сам. Это Сёма.
Он передо мной какой бил. Ну это Сёмка, давай я... Серега, послушай меня. Задрали, блин. Вы что можете? Ему за Сёму, Серёга. Да что за голос? Он не предатель, выкатит победит Драгон. Серега, давай, короче, сначала одного выкинем, а потом второго сразу. Нам же ничего не будет с нами. Давайте Драгона первого. Вот это у нас прикольно. Короче, тебя или меня, и мы проиграем. Смотри. Перезарядка. Столько же, сколько времени у кнопки. Дима, этот это какашка взял и выключил свет. Сёма, сволочь, а. Это Драгон. Это Драгон стоял. Так, и что теперь делать? А нет, теперь это Дима доказывает тебе правду. Видишь? Так. А, это... Это Дар Драгон? Да. Ладно, спалился. Ну, блин. Я же тебе говорю, Дима, ты чё? Это Дарк Драгон. Да я хотел двоих выкинуть, нафиг они надо. Я за Серёжу. Дим, давай за Серёжу. Так, какой за Серёгу? Это ты. А если это Серёга, ты? Серёга, на самом деле. Я в генераторной. Да, на самом деле, я не был импостером. Прикольно, прикольно. Мне понравилось. Если вам понравилась эта серия и вы хотите ещё, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте, в ТикТоке и в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотри мои ролики еще.